Мурали та футбол. Чи порозумілися організатори Дніпромуралфесту з фанатами Дніпра? Нагадаємо, що останньою локацією фестивалю став паркан поблизу житлового масиву «Червоний камінь». На ній художники та містяни робили колективний мурал. Однак одна з ділянок паркану, яку обрали під мурал, була вже зайнята графіті фанатів Дніпра. Для свого розпису організатори фестивалю загрунтували її, знищивши таким чином малюнок попередників. Вранці 22 червня, перед завершенням Муралфесту, невідомі зіпсували підготовлену до фестивалю стіну, залили її брудом. Максим Кучугура, радник міського голови з питань стратегічного розвитку та інвестицій та один з організаторів фестивалю, розповів, що сталося непорозуміння. Зараз «Ультрас» готують свого художника та обіцяють в серпні зробити новий малюнок. На стадии подготовки департаментом стратегического развития инвестиций финала фестиваля, который проводился на набережной Заводской, с нашей стороны был установлен контакт с человеком, который себя позиционировал как представитель «Ультрас», с которым велись переговоры о судьбе мурала. Был задан вопрос «Ваше? Наше? Что с этим дальше делаем?». С той стороны был предложен, скажем так, рисунок новый. Велись переговоры о том, каким образом реализовать эту ситуацию. После того, как в средствах массовой информации, в сетях появилась информация о том, что это было несанкционировано, для нас это было большим открытием. И после того, как мы повстречались с представителями «Ультрас» и получили комментарии о том, что человек, представляющий «Ультрас» до этого, не имеет к ним уже отношения, стало понятно, что это вот такое недоразумение. Сейчас, на сегодняшний день, после общения с уже теми людьми, которые имеют к этому непосредственное отношение, именно ребята «Ультрас» наши городские, стало известно о том, что вот есть уже художник у них, есть, готовится новый сюжет, по которому мы, соответственно, уже со стороны департамента будут предоставлены материалы, со стороны «Ультрас» будет сам эскиз и, соответственно, художник, который это все дело нарисует.